Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Банам Манохар Ванча Калпатару Ващаки Пасинда Бевача Патитанам Павонебхьо Вайшнавибхьо Намо Намо Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхарита Гирим Ятки Патамахам Ванди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббхай Пьявай Кешава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намо Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудира Шанкитане Кришна Катхопадеша Гаурия Патраша Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакша Джагодбарана Дайям Сада Парибхавагнам Авиштадохам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Витатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарна Равиндам Ят Пада Паллаванака Чандамани Чатая Беспуриджи Тагима Пигабавадушу Адарши Пурнану Рагара Сасагара Сара Мурти Сарадхикама Икада Кипам Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджану ламбита бхужау канака вадату, Санкетанай кавитару камала яташо. Вишам бароу дижа бароу жугадхарма палу банде жагат прия кару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара бигужи тобам багам Нараяно приямананга парам Баранаси пурапати бхажави шанатам Баги саджаша бадане Лакшмир жасача бхакшаши Жасастхиде самбид Твам нишингамахам бхаджи Хари Кришна, 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари Бхаво Матпадам Прапта Трашта Кая Дава Дайо
Вишапарабавалиравана-майасчатха-вивишанаха Шугриба хануман рикхо гажо гриддо ванико патаха Вьядаха купжа бржи куппу Йогьяхо патна статапари Тенадито сутигана нупасито махаттамаха Абрататтапта тапасаха сатсангятманупагатаха Бахово матпадам прапта трашто кая дхавадайо Вишапарва валир валирвану майасчатхо вибишанаха Шукриво хануман рикхо гажо гриддхо ванико патаха Вьядаха купжа бржи гуппо йогья патна статапари Тенадито сутигана нупасито махаттамаха Абрататтапта-тапасо сатсаньятмамупагатаха. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами, Тагур Прабхупад, Джагадгуру просит каждого. Он обращается к каждому. Пока вы здесь, пожалуйста, отдайте мне ваши уши, полное внимание, смирение. Отдайте мне свое внимание, свои уши мне так, чтобы я сделал так, чтобы Харикатха проникла в ваше сердце. Прабхупад просит каждого. Пока вы здесь, прекратите поток материальных мыслей и разговоров и посвятите свое внимание мне. Все любые материальные разговоры, обсуждения прекратите на какое-то время и отдайте мне ваши чувства восприятия. Я хочу говорить трансцендентный звук. Я знаю наверняка, что сатсанга никогда не бывает напрасной, лишь при условии, что у меня нет лицемерия, что я искренен. И в этом случае, если это так, материальные вещи, грязные материальные вещи захватили ваше сердце и мозг. Вы хотите собирать материальные вещи, которые накапливать, которые не имеют ничего общего с Кришнабаджаном. В таком случае все разговоры о Кришнабаджане просто болтовня. Вы не сможете продвигаться в таком случае даже на сантиметр по отношению к Браджадхаме. С таким грязным сердцем вы не продвинетесь даже на сантиметр по отношению к Браджадхаме. Что говорить о совершении Рагануга Баджани? Прабхупада говорит, западные, те, кто родился за пределами Индии, те, кто не знает ничего о Радха Говинде, если они имеют представление о Лакшми Нарайане, если они смогут понять их или Рама Ситу, это большой успех на их пути. Необходимо ждать тысячи рождений, чтобы понять славу Радхарани. Это применимо каждому. Прабхупад просит каждого, пожалуйста, следуйте, пытайтесь следовать правилам и предписаниям должным образом. Знаменитые личности в материальном мире, не пытайтесь слушать их.
если я хочу достичь блага, я должен закрыть глаза на мирскую мудрость и слушать лишь самореализованных личностей. Прабхупад говорит, те, кто известен в мире благодаря своему интеллекту, те, кто прославлены. Прабхупад говорит, в этом материальном мире Прабхупад говорит, прекратите слушать их. Пожалуйста, не слушайте их. Слушайте трансцендентный звук из подлинного источника от чистых Харигуру и Вайшнавов. Баджан — это не повод для размышлений, это не как лотерея. То есть я могу попробовать, если у меня ничего не получится, и Бог с ним. Это неправильный подход к делу. Мадхавендра Пурипад всегда хотел скрыться от глаз. Они скрывали себя от людей. Санатан Госвамипад. Такова природа настоящей пратиштхи, вайшнава пратиштхи. Такова природа, что если вайшнав получает пратиштху, это устройство Верховного Господа. То есть настоящие преданные скрывают себя. Они говорят о себе: «Я падший, я ничего не сделал». Это есть смирение, дайня. Если нет смирения, если кто-то критикует, значит, он не проповедник, потому что проповедник означает рассказывать харикатху. Первое условие — это тринада писуничина. Первое условие проповеди. Тринада писуничина — это как уравнение. Если сам проповедник не установился в поклонении лотосным стопам Шри Гуру, если он занимается разной ерундой, мы не хотим устанавливать миссию, которая выискивает недостатки. Мы хотим распознать наши недостатки. Мы хотим исправить себя при помощи гуру Варги, гуру Парамбары. Если кто-то будет критиковать нашу гуру Варгу, мы должны дать отпор, должны дать ответ на эту критику. Таково наставление Шрилы Прабхупады. Итак, тот, кто критикует гуру Варгу, не может называться проповедником. Проповедь автоматически происходит, если вы установились в Ачаране. Это устройство Бхагавана, когда очень много уделяется внимания проповеди, но не своему поведению, в этом нет ничего хорошего. Прабхупад просит каждого, если вы хотите понять процесс проповеди Чайтанья Махапрабху, имеется в виду, что он хотел дать нам. Если вы хотите понять, то есть все писания Рупы Госвамипада объясняют нам учение Шри Чайтанья Махапрабху. Итак, попытайтесь изучать книги Рупы Госвамипада, Санатана Госвамипада, они помогут вам понять учение Чайтанья Махапрабху. Прабхупад говорит, если вы будете игнорировать Рупу Госвамипада, если будете делать что-то другое, отличное от его наставлений, все, что вы будете делать, принесет лишь амангал, будет неблагоприятным. Если вы будете закрывать глаза на Рупу Госвамипада, на то, что он говорил, если вы будете хотеть стать великим проповедником, что бы вы ни делали в таком случае,
вы будете лишь привносить неблагоприятные вещи в свою жизнь. Итак, в действительности мы хотим следовать Рупе Госвами Паду. Мы хотим стать последователями Рупы Госвами Пада. Но не так. Это прославление Чайтаньи Махапрабху Рупой Госвами Пада, Падом из Видакта Мадавы. Прежде я уже говорил об этом. Мы говорили о второй шлоке и о третьей шлоке. Качество пранай. Какова слава любви Шримати Радхарани? Радха праная махима. Какова слава любви Шримати Радхарани? У меня во мне есть что-то, думает Кришна, а Радхарани погружается в меня, в этот вкус, который она черпает из любви ко мне. Я хочу понять, каким медом наслаждается она, что она испытывает, и почему, и как, какое трансцендентное блаженство, совершенное блаженство испытывает Шримати Радхарани. Итак, это три причины, по которым Кришна захотел принять рождение в форме Гауранги, золотой форме. Он своровал, похитил сияние, похитил настроение Шримати Радхарани и также ее золотой цвет тела. Еще одна шлока, которую пишет Рупа Госвами Пад. Саруп Гасай пишет, это тот же самый Кришна, который приходит в форме единения, как Чайтанья Махапрабху. Разделив себя на две части, он объединяется . То есть все это мы уже знаем. Мы знаем, что без Рупануга, Рагануга Баджана, поэтому Чайтанья Махапрабху пишет с самого начала. То есть, имеется в виду, описывается жизнь Чайтанья Махапрабху с самого начала, то есть он показывал различные стадии своей жизни, но каждый раз он показывал, как развивать бхакти на своем примере. Он был студентом, он был грихастхой и так далее. И это саньяси. В Пурушоттамадхаме, в Нилачалакшетре, Махапрабху показывал Радхабаву еще в более сгущенной форме. Сакхибаву, Маджари Бхаву. Постоянно он пытался очень ясно показать, выразить эту прему.
Прежде я уже говорил, что без читания Махапрабху невозможно понять все эти вещи. Прабхунанда Сарасвати Пад дает ту же самую шлоку, но здесь есть некоторая особенность. Здесь прославляются лотосные стопы Шримати Радхарани. Уникальное прославление Шримати Радхарани содержится в этой шлоке. Ее према достигает пика. Према, полное разнообразие, достигает Радхарани своего пика. Кришна Бхагаван всегда привлечен Радхарани. Он очень юн, очень привлекателен. Время от времени Радхарани проявляет особое поведение, чтобы Кришна мог еще и больше быть влекомым ей. И лила Мадхури, то есть прекрасные лилы, нектарные лилы происходят между Радхой и Говиндой. Радхарани проявляет привязанность и любовь к Манджари. То есть это настроение такое Шримати Радхарани похищено Гаурангой. И он не зашел в этот материальный мир. Без его прихода в этот материальный мир мы бы не смогли понять ясно, что такое Кришна Према, что такое Рупануга, Рагануга, Баджан. Люди заняты ложным эго. Мы хотим доказать, что мы совершаем баджан. Но если это так, в таком случае различные обстоятельства, например, рождение в богатой семье, образование, создают ложное эго во мне. Увеличивает мое ложное эго. Я
Я хочу контролировать всех. Я хочу стать ачарьей и контролировать всех, вас, весь мир. Так я даже себя не могу контролировать, и в этом трагедия. Возможно, я молод, у меня крепкое, здоровое тело, и я полон уверенности в себе. Как это было в случае с двумя сыновьями Куверы. Они были рождены в очень возвышенной, богатой семье. И Нараджи Махараджа уважал каждый, но они не выразили никакого почтения ему. Такова природа юности, молодости, богатств. Разве это мы называем баджаном, что мы хотим контролировать всех? Если кто-то неблагосклонно относится ко мне, я прогоню его. Как политические лидеры, они готовы убить, если кто-то не согласен с ними. Их сознание... может сравниться с животными. Все, что им известно, только я и мое. Непонимание, что есть хорошо, что есть плохо, что я должен делать, а что нет. Сейчас сказано, говорится, одно, любое из этих качеств может принести мне проблемы. Амангал. Что говорить, если все четыре эти качества находятся во мне, присущи мне? Тот, кто полон сил, тот, кто высокообразован. Разве вы встречали когда-нибудь такого человека, который красив, здоров, полон сил, молодости и богат, но при этом не хочет славы? Никто не может избавиться от ложного эго. Но всю свою жизнь читание Махапрабху дает нам пример, как постепенно продвигаться на пути баджана. Постоянно он прославляет гуру вайшнавов, но мы закрываем глаза на их славу. Но Махапрабху говорит, я не могу стерпеть, если кто-то закрывает глаза на гуру вайшнавов, на их славу, если кто-то принижает их славу, если кто-то принижает их значимость, я не хочу смотреть на них. Бхагаван полон Ананды. Я говорил об этом вчера на Акшае Трити. Несмотря на то, что Бхагаван Анандамой, он Хладини, это суть Хладини Шакти, которая исходит от преданного и достигает все более совершенных высот. Бхагаван у него нет никакой неудовлетворенности ни в чем. Нет никакой нужды ни в чем. Тем не менее, Хладини Шакти, Бхакти, исходит от преданных, чтобы коснуться лотосных стоп Бхагавана и
Поэтому Бхагаван хочет, решает, что я приду в форме преданного. Будьте внимательны, вся лила Гауранги Махапрабху, я имею в виду, начиная с Гора Лилы, заканчивая Навадвип Лилой, Махапрабху показывает Бхакти Лилу, Бхакта Лилу, имеется в виду лилу преданного. Как только он начал проявлять Бхакти, попытайтесь понять все эти вещи из лилы Чайтаньи Махапрабху, потому что его учение конечное. Если мы услышим учение Чайтаньи Махапрабху из уст таких великих личностей, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупад, Кешава Госвами Махарадж и так далее, мы будем очень счастливы, потому что знаем, что оно неизменно передано. Если Парампара не передает мне то же самое учение, которое было, пришло сюда во время читания Махапрабху, то каков смысл в Гуру Парампаре? Ее смысл заключается в том, что я получаю то же самое бхакти, то же самое учение, без всяких изменений и отклонений. В этом смысл Парампары. Если какие-то существуют отклонения, то парампара нарушается, прерывается. Каждое утро мы должны петь Кришна Хойта Чатурмукхи. То есть это баджан, где говорится, что с помощью гуру парампары я получаю силу. Если кто-то уклонился, и он сам, и последователи пойдут в ад. Если он говорит ложь, если он не следует Гаудия философии, не излагает ее, такая проповедь не принесет никаких благих результатов, лишь хаос, лишь беспорядок и бизнес. Итак, суть парампары заключается в том, что у нас есть необходимость получить учение Чайтаньи Махапрабху в чистом состоянии. Для этого необходимо искать чистый источник Гуру Парампару. Если вы уклонитесь от наставления Гуру Парампары, вы лишитесь всего, что у вас есть, что говорить о Рагануга Баджане, о том, чтобы начать его совершать. Вы должны следовать учению и наставлению Чайтаньи Махапрабху таким образом, как это было описано Бхактивинода Такуром в Гора Лиле. Чайтанья Махапрабху показывает нам таинство баджана, подлинного баджана. Поэтому он приходит сюда в образе своего преданного. Он приходит как бедный преданный, который говорит, что у меня нет ничего. Он просит Адвайта Гасая, пожалуйста, пролей на меня бхакти, он касается его лотосных стоп. Порой он обращается к Шривасу, Шривас, Шривас Пандит, дай мне, даруй мне, благослови меня, чтобы я обрел бхакти. И он говорит, отвечает, да, когда-нибудь произойдет такой, наступит такой день, когда ты обретешь бхакти. Во время ученической лилы Махапрабху должен был постирать одежды Шриваса, и в это время все стали проявлять настроение бхакти. Мы должны брать во внимание всю лилу Чайтаньи Махапрабху, не только ее отдельные части. Он говорил, он обращался к Шривас Пандиту. Так он начинал свою жизнь в преданном служении. «У меня нет ничего, пожалуйста, пролей на меня бхакти». Поэтому таким образом Бхагаван обучает нас. Бхактобхав in
Вриндавана Стакур Махашая пишет. Несмотря на то, что Бхагаван преисполнен наслаждений, тем не менее, природой Бхагавана является обрести, пригласить новых и новых преданных, чтобы установить с ними отношения, играть с ними. Это просто игры Господа. В детстве я играл целыми днями по 8 часов. Отец сбил меня за это. Что с тобой будет в будущем? Мне говорили что-то о деньгах, но я не понимал в то время, что это такое. Они говорили, зачем ты столько сил тратишь на свои игры, столько времени? Но почему играются дети? Лишь не для того, чтобы что-то обрести или потерять, они просто играют. А мы все время думаем лишь о собственной заинтересованности. Сейчас Бхагаван говорит Удхаве в 10 песне, 6 главе. Среди всех Бхагавата Бхакт, Махабхагават, среди всех Махабхагавата преданных, ты — это я. Удхав. Итак, Бхагаван говорит о себе таким образом. В конце концов, Бхагаван говорит, я Удхав среди Махабхагавата преданных. Этот самый Удхава молится. Он плачет и говорит, я хочу прославить лотосные стопы Браджа Гопи. Они настолько удачливы. Их Харикатха может очистить весь мир. Харикатха Гопи. Мой проповедь в настроении политического лидера, имеется в виду, как политического лидера, не может изменить настроение сердец людей, не может изменить сердца людей. Но Браджа Гопи и представители нашей Гуру Варги, тех, кто следует, те, кто находится под руководством Бхактивинода Такура и Шрилы Прабхупады, если они лишь одно слово промолвят, это может изменить сердца всего мира. В то время как моя проповедь в настроении политического лидера не может изменить даже одной дживатмы, потому что это не харикатха. Если харикатха настоящие, сердца будут меняться. Я буду чувствовать предание, и постепенно я буду развиваться и чувствовать. И никакие корыстные интересы не будут одолевать меня. Итак, Удхава Махарадж возносит свои молитвы лотосным стопам Бхагавана. Итак, я уже говорил, что по сей день
Лакшми Деви не может обрести то, чего она жаждет. Жены Калии говорят: «Бхагаван, как... насколько удачлив наш муж?» Сама Лакшми не может обрести служение этим лотосным стопом, несмотря на долгие-долгие аскезы, долгие годы аскез. Но ты осыпал пылью со своих лотосных стоп голову нашего мужа Калии, ты танцевал на его головах. Итак, до этого момента все это обсуждалось, и теперь вы можете понять, что такое бхакти, что такое рупануга и рагануга бхаджан. Также я хочу напомнить вам, что Махапрабху говорит нам, что Санатан Госвами хотел рассказать Брихат Бхагаватамрите. Если вы будете следовать по Вайди Маргу всю жизнь, вы не сможете обрести Кришна-прему. Но это не означает, что вы должны просто закрыть на него глаза и броситься в... То есть это неправильный путь. Если у вас есть какое-то общее понимание санскрита, вы сможете понять то, о чем говорится в этой шлоке. Если кто-то стоит напротив вас, ментально или физически находится подле вас, вы можете чувствовать это, испытывать какую-то бхаву, несмотря на то, что человек не рядом. Чайтанья Суна Реша. Реша тот, кто стоит напротив меня, тот, кто находится рядом со мной. Чтобы указать на эту личность, мы употребляем слово «эша». Это санскрит. Шри Сачи Суна. Сачи Нандан. Сачи... Сын Шачи. Это сам Шри Хари. Сам Шри Хари. Он принял одежды брахмана. Цвет его тела золотой. Он сияет золотом. Его зовут Чайтанья Махапрабху. Для того, чтобы распространить прему, то есть по своему собственному желанию он распространяет прему. Он хочет Радха. В чем совершенство Кришны? Радхарани может, понимает это, она чувствует это, но сам Кришна не может осознать свою сладость. И для того, чтобы познать ее, он принимает форму Шри Чайтанья Махапрабху. Всемогущий Верховный Господь. Радхарани и Кришна не отличны друг от друга. Мы можем так думать, потому что мы привыкли к этому, но тем не менее это не совсем так. Прабхупад говорит, тысячи
тысячи рождений необходимо ждать, вы будете ждать, скорее всего, вы можете ждать, чтобы, прежде чем вы осознаете, кто такая Шримати Радхарани. То есть тысячи рождений будут потрачены на то, чтобы постичь, кто есть Шримати Радхарани. Какое совершенство чувств испытывают преданные по отношению ко мне, говорит Кришна. Кришна невероятно заинтересован познать на свою сладость. Из-за этого сильнейшего желания читания он принимает форму Шри Чайтаньи Махапрабху, приходит как преданный в этот мир. Он хочет обрести вкус, то есть он хочет испытать то, что чувствует его преданный, поклоняясь ему. И он пришел с величайшим подарком. Который никогда прежде не раздавался. Сейчас наш Пуджапач Санатан Госвами Пад показывает, говорит о слабости. Но надо понимать, что, говоря о своей слабости, это выражение смирения, потому что смиренное настроение — это необходимо, то есть это то, что помогает осуществлять проповедь. Без смирения невозможно проповедь. Наш высокопочитаемый Санатана Госвами Пад постоянно испытывает ощущение своей собственной слабости. Он говорит о себе как о ком-то никчемном. Он говорит, у меня нет никакой возможности, никаких способностей написать то, что я должен написать. И для того, чтобы обрести милость читания Махапрабху, он написал эту шлоку. Из-за своего смирения. Подобную шлоку мы обсуждали прежде. Чайтанья Махапрабху произносит ее. Простите, не Чайтанья Махапрабху, а Кришнадас Кавираж Госвами. Кришнадас Кавираж Госвами — высочайший проповедник. Рупа Госвами — высочайший проповедник. Рупа Госвами Васанатан Госвами Пад. Бхактивинод Такур, Прабхупад — все они величайшие проповедники. Я же не являюсь таковым. Они... То есть рассказывать, говорить строгую сиддханту. То есть если кто-то из наших ачарьев говорит очень твердо, говорит жестко и строго, это не говорит о том, что у них нет смирения. Это не говорит об отсутствии Тринады Пибхавы. Наоборот. Без Тринада Пибхавы любая проповедь равняется нулю. Настоящая проповедь может изменить весь мир. Настоящая проповедь духовной практики.
Итак, наш высокопочитаемый, поклоняемый Санатана Госвами подпишет. То же самое пишет Кришнадас Кавирш Госвами в Чайтанья-чаритамрите. Даже дитя может пересечь океан Сиддханты, который наполнен крокодилами и другими опасностями. Но все эти опасности сравниваются с ложной Сиддхантой. В разных углах этого мира проповедуется ложная Сиддханта. Даже ребенок может пересечь океан Сиддханты при условии, что он обретет полную милость Шри Чайтанья Махапрабху. Милость преисполнена Сиддхантой. Пандиты и саду сражаются друг с другом. Те, кто погружены в майю, они глубже и глубже отправляются в майю и сражаются друг с другом, и все их сражения не могут, все их споры, ссоры не могут принести им никакого успеха. Они не могут даже определить настоящий источник Харикатхи, то есть подлинный источник. То есть в таком настроении невозможно обрести бхакти. Даже если сейчас мы хотим обрести подлинный источник для слушания Харикатхи, то есть если сейчас возникает какой-то чистый источник Харикатхи, никто не заинтересован в том, чтобы пошли туда люди слушать эту Харикатху. Нынешние проповедники не заинтересованы в этом. Кришнадас Кавирш Госвами пишет в Чайтанья-чаритамрите. У меня нет никаких хороших качеств. Как книжный червь. Книжные черви, они могут съесть всю книгу. Они съедят абсолютно все, и никакого текста не останется. Я переполнен плохими качествами. У меня животные привычки и представления о жизни. Они ядовитые. Я хочу убить чистых преданных. Я хочу... То есть я хочу их держаться от них подальше, я не позволю им рассказывать, говорить им харикатху на наших собраниях. То есть это просто политика, которая не позволяет нам погрузиться в харибаджан. Если вы хотите обрести бхакти, нектар, бхакти, когда и как у вас будет возможность, появится время критиковать людей. Попытайтесь понять. Это основополагающий момент. Если я хочу обрести бхакти от Прабхупады и Бхактивинода Такура, у меня просто не будет шанса
критиковать чистых преданных, представителей нашей Гуру Варги. Бхакти даст мне нектарные чувства, я почувствую удовлетворение, и у меня не будет никакого желания критиковать чистых вайшнавов. Но если я услышу, если я буду говорить очень жестко против ложной сиддханты, это не говорит о том, что я лишен тринадапи. Итак, Кришнадас Кавираджа Госвами выражает это смиренное настроение, и Санатана Госвами Пад тоже делает это. Он говорит, что у меня нет возможностей, я ничего не могу. Молясь, стоп. Махапрабху говорит, в Чайтанья Чаритамрите сказано, я не могу стерпеть, если кто-то принижает положение чистого вайшнава. Махапрабху говорит, если кто-то выражает должное почтение духовным братьям и подлинным преданным Гуру Варге, я становлюсь очень счастлив. Если кто-то защищает славу чистых гуру и вайшнавов, а критика — это не решение проблемы, я... не могу говорить... Я не могу критиковать, если я являюсь проповедником. Если я делаю это, если я критикую, я не являюсь проповедником. Будьте внимательны, эту сиддханту необходимо держать в уме и помнить о ней. Санатана Госвами по беспричинной милости Чайтанья Махапрабху собака может пересечь огромнейший океан. Санатана Госвами хочет показать, что хочет доказать, что мое положение очень, то есть более плачевное, чем положение собаки, потому что даже собака получает милость Чайтанья Махапрабху, но я, это остается невозможным для меня. Таково его смирение. И по смирению мы можем определить, что книга его достигла успеха, то есть имеется в виду, что она совершенна благодаря смирению Санатана Госвами. Так, Санатана Госвами Пад прославляет лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы обрести возможность написать эту очень значимую книгу. Прежде в Варанаси, когда Махапрабху давал наставление Санатане, что ты должен написать эту-то и эту книгу, от своего смирения Санатана Госвами Пад начал плакать и говорить, это невозможно для меня, Прабху. Если ты возложишь лотосные стопы свои мне на голову и скажешь, что... То есть и благословишь меня, в таком случае я смогу сделать все, как ты хочешь. Но если ты не дашь мне своей милости, это останется невозможным для меня. Поэтому, пожалуйста, поставь свои лотосные стопы мне на голову и благослови меня, чтобы когда бы ты ни пожелал, чтобы я исполнил какое-то служение, чтобы у меня это очень легко получилось. И сейчас в Чайтанья Чаритамрите сказано то же самое. Пишет Кришнадас Кавираджа Госвами.
уникальная Радха-према. Радхарани Ишвар, Верховный Господь, то есть имеется в виду Верховная Госпожа. Она единственное прибежище. Если кто-то хочет принять прибежище, то есть если необходимо прежде всего получить милость Мати Радхарани. Кришнадас Кавиш Госвами Пад пишет. Это совершенная према. То есть Кришна према, Радха према. Радха према — это душа. Кришна выражает это настроение, что я хочу почувствовать то, что испытывает Шримати Радхарани ко мне. Абсолютное прибежище Радха, Кришна Према. Источник Премы. Но та према, которую испытывает Шримати Радхарани, я хочу почувствовать ее. Я преисполнен удовольствий, но абсолютный источник премы — это Радхарани. И она наслаждается. Ее наслаждение в крори раз больше моих. И что же это за ощущение она испытывает, что это за невероятное счастье? Итак, это самая Рата Бава, похищена Шри Чайтани Махапрабху, была похищена Шри Кришной, и в золотой форме он является как Шри Чайтани Махапрабху. И Юга Дхарма, Нама Санкиртана. То есть он пришел сюда распространить святое имя, но сокровенная причина, я уже объяснял ее. Он Браджендра Нандана. Чайтанья Махапрабху приходит как сын Шачи Деви, Шачи Маты. И он хочет распространить, он хочет рассказывать о сокровенных аспектах Браджарасы. Он хочет распространить Манджари Прему и так далее. Сейчас мы перейдем к четвертой шлоке. Это очень важная шлока. Санатан Гасай пишет свою книгу, пишет эту книгу в сердце Мадхуры, Мадхура Мандал. То есть сердце Мадхура Мандал — это Вриндаван. И прежде он прославляет Мадхура Дхаму. Он пишет: Мадхура — это самый возвышенный из всех Дхам. Но на самом деле Навадвипа Дхама самая возвышенная. Тем не менее,
Махапрабху приходит в форме преданного проповедника и слава Дхамы, слава Навадвипы. Нет ничего подобного. Ничто не сравнится с ее славой. В Аллахабаде, в одной деревне под названием Арайльграм, в месте слияния трех рек, Ганги, Ямуны и Сарасвати, там проходили замечательные обсуждения Рагхупати Упадьяя, ученика Мадхавендры Пурипады, и Махапрабху. Махапрабху задает вопросы. Он спрашивает, какая дхамма самая возвышенная среди различных дхам? Мадхура, Мадхупури – самая возвышенная. Затем Шьямруп – это высочайший источник расы. Совершенный источник паракия расы, Шьяма Эва. Шьям Рупа – самая возвышенная. Все мы, гаудии, хотим поклоняться юному Кришне, которому 16 лет. Мы хотим вечно поклоняться ему, постоянно. Сейчас Санатана Госвами Пад прославляет Мадхура Даму. И в соответствии с этим Гурупада Падма Шрила Бхакти Прамадпури Госвами Махарадж показывает, опубликовал одну книгу под названием «Мадхура Махатмья», «Туласи Махатмья». Мадхура самая возвышенная среди различных дхам, среди различных святых обителей. Мадхура – самая возвышенная. Она настолько прекрасна. Она... Кришна очень сильно любит эту дхаму. Она может исполнить любые желания преданных. А также она может полностью очаровать меня, забрав мой разум, пленив мой разум, мой ум. Мадхура. То есть ман. Когда взбивается йогурт, точно так же тут значение таково, что эта святая дхамма пленяет сердца преданных. То есть она похищает ум, умы преданных. Она похищает мой ум благодаря своей прелести, своей красоте. Камсари, тот, кто имя того, кто убил Камсу, это Кришна. Все
эти замечательные лилы с самого начала рождения Кришны, начиная с убийства Путаны, затем Шакатасуры и так далее. Разные-разные лилы осуществлялись, проходили в Матхура Мандале. Бхагаван принял рождение в этой дхаме и жил там. Что говорить, и сколько было... То есть, что говорить о всех этих многочисленных лилах, которые проходили там, их не перечислить. Матхура — это место, обитель Кришны. Бхагаван прославляет Матхура Дхаму, прославляет совершенство. То есть я не могу прямо сейчас перечислить все лилы, которые совершал Кришна. Если кто-то хочет обрести мукти, прямо к Матху, в Матхуре, он может очень легко обрести мукти. Даже если кто-то хочет получить совершенство бхакти, Матхура Деви может очень легко даровать ее. Поэтому она настолько прославлена во всем мире, так же, как бхакти и Вринда Деви. Итак, если кто-то будет поклоняться Матхуре, если кто-то проведет одну ночь в Матхуре, будет прославлять Матхуру и будет думать о славе, будет размышлять о славе Матхуры, определенно он или она, кто бы это ни был, обретет бхакти. В этом нет никаких сомнений. Кришна любит Матхура Деви очень и очень сильно. Во всех отношениях Матхура самая возвышенная, несравнимая. Сейчас может возникнуть такой вопрос. Махарадж, как это возможно, что Матхура так легко может даровать все эти вещи? Но который невозможно достичь даже с помощью невероятных аскез. Но не сомневайтесь, потому что Матхура — это очень необыкновенная дхама. Я могу привести множество доказательств из шастр. Матхура Махатмия, можете ее изучить, и там вы найдете совершенную славу Матхура Деви. Вараха Пуране сказано, если кто-то будет грешить, делать что-то неправильно, отправляясь в какие-то места паломничеств, вы сможете очистить свои сердца. То есть в Варха Пуране сказано, если кто-то где-то нагрешил, он может отправиться в паломничество, чтобы очиститься от последствий этого греха. Но находясь в Святой Тиртхе, в такой как Майяпур Дхам, или какой бы то ни было другой, в Айодхая Дхаме, в Бадарика Ашраме, это сказано в Варха Пуране, если вы совершите апарадху, находясь там, апарадху или какую-то греховную деятельность непосредственно в Святой Тиртхе, то
В таком случае эта аппаратха вернется к вам, греховные последствия вернутся, придут к вам, как молния. То есть вы не будете так просто, вы не получите прощения за это. Эти аппаратхи, греховная деятельность, они вернутся к вам, приумноженные в тысячи раз. Гораздо страшнее, чем то, что вы сделали. Как... То есть последствия вернутся, как удар молнии. И вы не сможете очистить свое сердце от последствий этого греха, апарадхи. Если вы совершите апарадху, греховную деятельность в Матхуре, в таком случае сама Матхура Деви разрушит. То есть эта греховная деятельность будет разрушена. Она будет разрушена сама. Вы не получите результаты ее. Это сказано. То есть если вы... В Писаниях сказано. Если вы благочестивы или неблагочестивы, это не имеет никакого значения. Потому что, находясь в соприкосновении с Мадхурадхамой, все это разрушается. Мадхурапури — это экспансия Сандини Шакти Вилас Кшетра. Попытайтесь понять это. Это она является экспансией. Вилас Кшетра. Экспансия Сандини Шакти. Кто-то может выражать сомнения на этот счет, поэтому я прошу таких личностей не слушать, таких преданных не слушать мою харикатху, потому что они погрузятся в сомнения, и это не приведет ни к чему хорошему. В Сканда Пуране также сказано, существует много мест паломничеств. Но таких, как Каши, Варанаси, Аллахабад, много-много, Бадрикашрам, Рамешварам, Шрирангам, много-много различных священных мест. Потому что Бхагаван из своей милости беспричинной устроил так, чтобы дживы получали возможность развивать свое сознание при помощи этих святых мест. Не так, чтобы на бесконечность они находились в аду. Нет, он устроил... То есть, если кто-то же совершает оскорбление святой Дхамме, эти оскорбления приумножаются в тысячи раз. То есть результаты этих оскорблений будут в тысячекратном размере больше. Они вернутся как разряд молнии, и никак невозможно будет их аннулировать. Но несмотря на такое огромное количество святых мест, Матхура самая возвышенная. Поэтому, если инициация или яги, или кто-то умрет в святой Дхамме, если какая-то врата совершается в Матхуре,
кто-то умрет в Мадхоре, то есть имеется в виду, оставит тело в Мадхоре. Если вы примете омовение в Мадхоре, если вы получите брахманическую инициацию в Мадхоре, или если тело ваше будет кремировано в Мадхоре, все эти, если что-то из этого произойдет в Мадхоре, то это дарует освобождение. Те обряды даруют освобождение. Дживатмы, которые осуществили подобные обряды в Мадхуре, обретут освобождение. В Падмапуране сказано. Находясь в Святой Дхаме, вы сможете обрести мукти. Я могу... То есть, много раз я ездил в Вараха-кшетру, в то место, откуда ушел Варахадев. Простите, или явился... Или явился Варахадев. Там есть храм Госвами Махараджа. Там Варахадева Темпл Гаудиамат. Много раз я туда ездил. В Падмапуране сказано, что различные места паломничества, то есть если вы будете там проживать, то в конце концов вы обретете мукти. Но очень и если вы очень простые какие-то незначительные, возможно, отношения установите с Мадхурой, то есть даже если кто-то хочет обрести мукти, без просьбы о бхакти они обретут его. Если какие-то взаимоотношения вы установите с Мадхурой, что говорить о мукти, даже если вы хотите обрести мукти, вы получите Кришна-бхакти. Я знаю, что для вас, возможно, это сомнительно, но наш Санатана Госвами Пад просит нас, пожалуйста, не сомневайтесь в этом. Это очень опасно, поэтому я прошу вас, что... Я говорю вам, что не каждый может изучать эту книгу, не у каждого есть право на это. Необходима полная вера. Необходима шрадха. Слушать с шрадхой. Почему вы не можете поверить? Наши шастры говорят, Санатана Госвами Пад говорит... Они говорят, что... Каково значение этой шлоки? Совершенство этой шлоки заключается в том, что Мадхура Дхама в действительности невероятно возвышена. Не думайте, что это какое-то преувеличение. Сейчас Санатана Госвами Пад пишет в комментариях, почему, зачем, почему вы сомневаетесь, почему вы не понимаете совершенство влияния, оказываемое Святой Дхамой. Ачинтья Бедабеда Таттва, она непостижима. Мы обсуждали Дживататму и Ачинтья Бедабеда Таттву, и
обычно, когда слушают Харикатху, они лишь понимают, думают, что Ачинтья, Беда-беда-татва это что-то непостижимое, это то, что мы не можем понять, руководствуясь своими собственными концепциями. То есть это нечто непостижимое. Это то, что за пределами нашего представления. То есть мы знаем такого значения. То есть непостижимый. Но Ачинтья не означает лишь это значение. Ачинтья означает, что есть еще какая-то платформа у этого значения. Это, то есть непостижимое — это общее понятие, но есть более глубокое значение. Это говорит... То есть это значение такое, как любовная платформа премы, когда непостижимость становится невозможность становится возможным. Совершенно непостижимая Ачинтья Бхава. То есть если у вас установлены какие-то даже самые незначительные отношения с Мадхурой Дхамой, вы сможете, вы почувствуете бхакти в своем сердце и то есть даже самый слабый, незначительный контакт с Мадхурадхамой, отношения с Мадхурадхамой немедленно даруют вам бхакти, и все, что связано с бхакти, все, что связано с бхакти, Бхагаван проявит для вас. Это непостижимо для человеческого сознания. Итак, Мадхура может даровать бхакти и все, что связано с бхакти, поэтому мы не должны сомневаться в ней, в ее славе и сомневаться в этом утверждении. Сегодня мы не можем полностью эту шлоку, пятую шлоку, это пятая шлока. Бхактавасал Бхагаван. Бхагаван живет на Вайкунхе, а также в сердцах своих преданных, но Мадхура Дхама — самая дорогая обитель Господа, потому что постоянно... Потому что там он в форме, как пастух заботится о коровах, он
осуществлять любовный взаимообмен с гопами и гопи. Сладко играет на флейте. Он совершает раса-лилу во Враджа-дхаме, осуществляет различные взаимообмен расой с Враджаваси, с гопи. То есть Вриндаван самый возвышенный. Мы не можем пренебрегать его славой. Итак, попытайтесь понять славу Мадхурадхамы. Try to understand the glory of that Mathura Dham, and try to understand the sloka. Tomorrow I can discuss. Bahavo mat padam prapta trasto kaya dhava dayuho brishaparva balirvano mayascha tho vivishana sugriva hanuman nikcho gajo griddo vanikapataha vyadaha kubja braje goppo yagyo पत्नः तथा परि तेनाधीत सुतिगना नोपासीत महत्तमः अव्रतात् तप्त तपसो सत्संग्यात्मम् उपागतः वाञ्छा कल्पतरु सिक्कि पासिन्दु व्यवच पतितानं पावन भविष्णुभ्यो नमः.